Херсонская область еще очень долго будет страдать. Там будут постоянно происходить взрывы, аварии. Люди будут получать ранения. Города Мариуполя уже не будет. То есть тут идет какое-то нарушение моральных принципов. Вітаю, шановні глядачі, на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні в гостях Марія Ланг. Вітаю, Марія. Намасте. Марія, дуже багато запитань стосовно контрнаступу. І я хочу запитати по-іншому. А як будуть деокуповувати наші території? Яку будуть першою, яку останнім? Що буде за чим? В нас є Крим, в нас є Запорізька область, Херсонська область, Донецька і Луганська. По-перше, я хочу очень поблагодарить всех подписчиков, всех зрителей за ваши комментарии. Пишите обязательно, ваше мнение очень важно и для меня, и для Любови, и вообще очень важно понимать, как обстоят дела, иметь от вас обратную связь. И большое спасибо вам за пожелания, за добрые слова. Я все это читаю, благодарю вас. Хочу сказать, что в Украине живут замечательные люди. И вот освобождение территории, которое будет происходить, оно сейчас растянется, к сожалению, на полгода минимум. То есть вот все, что я сейчас буду говорить, это будет происходить в отрезке от 3 до 6 месяцев. И, конечно же, впереди, на этом раскладе, что я сделала, все равно первый выпадает Крым. Когда-то я делала расклад о Крыме подробный, и там тоже об этом я говорила, что Крым, скорее всего, будет освобожден быстрее Луганской и Донецкой областей. И вот сейчас то, что я сделала расклад, это подтвердилось. Почему? Потому что энергия, направленная на Крым, энергия внимания, собранная вокруг Крыма, подготовленное наступление будущее на эту, как бы, для освобождения этой территории, оно, в принципе, уже практически готово. И тут вопрос небольшого времени, как это все будет разворачиваться. Но будет разворачиваться все достаточно успешно. Следующее благополучное освобождение территории выпадает на Донецкую область. Но Донецкая область, очень интересно, идет вместе с освобождением Запорожской области, той части, которая оккупирована. И также я посмотрела еще город Мариуполь. Так вот, по тому, как будут развиваться события, скорее всего, после того, как наши войска зайдут в Крым, дальше последует наступление на Донецк, освобождение Донецка и освобождение Запорожской области. И я хочу еще раз пожать руку всем людям, которые трудятся на атомной станции в Энергодаре. Я еще раз хочу подтвердить, что это люди-герои, и они сделали невозможное. Большая вам благодарность, держитесь, и, в общем, все пройдет достаточно хорошо. Никаких катастроф на этой атомной станции пока что расклад не показывает. Все должно пройти достаточно успешно. После освобождения Донецкой области. Вот как-то интересно, мы все знаем, что в Крым мы можем зайти через Херсонскую область. Но тут показывается, что Херсонская область еще очень долго будет страдать по разным причинам. Поэтому у меня возникает вопрос, каким образом еще можно попасть в Крым, кроме Херсонской области. То есть какие-то будут все-таки другие акции осуществлены. И не исключено подход кораблей, то, как я и говорила, кораблей, возможно, наших союзников и действительно высадка десанта в Крыму. Потому что переход в Крым через Херсонскую область очень долго будет оставаться в какой-то степени неблагоприятным и неспокойным. В силу того, что, во-первых, там очень много заминировано всего, и там будут постоянно происходить взрывы, аварии, люди будут получать ранения вследствие вот этого.
Дальше, руководство, которое сейчас существует в Херсоне со стороны Украины и военная там администрация. Расклад показывает, что руководство Херсонской области и военная администрация оставляют желать лучшего. То есть тут идет какое-то нарушение моральных принципов, допущение множества ошибок и проблемы, которые повторяются из раза в раз, зацикленность на какой-то одной и той же проблеме, которую не могут решить. Вот, поэтому Херсонская область, в общем, честно говоря, я пока по раскладу не вижу, что очень быстро, окончательно она будет освобождена. То есть там будут долго еще сохраняться неспокойная обстановка, но закончится все наращиванием потенциала и то, что будет какое-то покровительство. То есть с помощью какого-то покровительства или какой-то помощи удастся освободить Херсонскую область. То есть показывает карта покровитель. Теперь я хочу сказать пару слов за Мариуполь. Меня неоднократно просят повторить еще, может быть, что-то изменилось по этому городу. К сожалению, этот расклад показал следующее, что, как я и говорила, города Мариуполя уже не будет. То есть он как город существовать уже не будет. И, возможно, со временем будет пересмотрен его статус. То есть это не значит, что там вообще не будут люди жить. Но таким городом, как он был, он уже никогда не станет. И еще долго будет оставаться такой нежилой зоной. Там огромная проблема с водой, заражение воды. Оно присутствует до сих пор. То есть там и холерная палочка, и токсичные вещества. То есть воды питьевой там нет. Там огромные проблемы с водой. Дальше. Еще раз подтвердил расклад того, что этот город пострадал из-за множественной магии, которая была сделана. Зачем эту магию делали, непонятно. Те ритуалы страшные, которые там проводили. Я хочу сказать, что кому это интересно, послушайте просто прогноз про Мариуполь. Я об этих ритуалах и магии, которая там была, я там подробно это все прояснила и рассказала. Поэтому этот город несет такую отработку своего долга. И показано, что в конце концов он свой тяжкий долг отработает. Но вот как быстро это будет, пока я сказать не могу. На это могут уйти годы, а возможно даже десятилетия. Вот. Так что таким вот образом, что касается Луганска. Луганск будет освобожден после Донецкой территории. И, как я уже говорила в нашей беседе про Луганск, там будет очень применена интересная тактика. Вначале будут уничтожены все главные ключевые фигуры в руководстве со стороны России. И они, вы знаете, тут показаны секира, шпага, клинок. Это говорит о том, что нисколько, то есть они будут уничтожены с физического расстояния. То есть даже если это подрыв бомбы, то как бы исполнитель где-то находится рядом. Это не какие-то снаряды, которые спускаются с вертолетов или с дальнобойных орудий. То есть это будет непосредственно работа диверсионных групп, партизан и тех людей, которые на месте этим всем будут заниматься. Вот. И в связи с этим будет большая часть отсечена этих негодяев. И те, которые останутся рядовые, они просто покинут эту территорию. То есть по факту даже там, возможно, не будет таких изнурительных боев за Луганск, поскольку, как говорится, порази пастыря, рассеются овцы. То есть некому будет ими управлять, и они просто разойдутся и убегут. Эти остатки российских военных или этих оккупантов, которые там существуют. Итак, еще раз повторю, впереди у нас идет Крым, за ним идет Донецк и Запорожская область, затем идет Луганск и Херсонская область, та часть ее, которая до сих пор еще оккупирована.
Город Мариуполь, естественно, будет освобожден, но опять-таки речи о том, что там быстро наладится жизнь, об этом пока что не идет. Я бы хотела сказать еще два слова о городе Донецк. Потому что в раскладе вот на Донецк, который мы сегодня обсуждали, мы подняли тему бассейна реки Северский Донец. Донец. И говорили о том, что там зародился генофонд непосредственно вот этой русичи. То есть этот уникальный генофонд, который стал основой для нашего русского народа, то есть народа Киевской Руси. И вот я хочу этот момент уточнить, поскольку откуда это все произошло. Дело в том, что у нас невероятная связь со скандинавскими странами. Об этом, я думаю, знают все. А именно, что все наши первые правители, Рюрик и его братья, и все пошли из Швеции, то есть скандинавских земель. И вот получается смесь этих людей скандинавских с теми племенами, которые жили, которыми они начали управлять, оно и создало вот этот уникальный генофонд, который у нас сохраняется до сих пор. И ядро, хоть это простиралось, оно там, грубо говоря, от Ладоги до Киева, но ядро его было как раз вот в бассейне реки Северский Донец. Там было большинство поселений. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть этот момент, что нам не нужно никому не присоединяться, если для кого-то это очень важно, чувствовать себя русским человеком. Киевская Русь и Украина — это одно и то же. И люди, которые проживают сейчас и борются, что мы хотим быть с Россией только ради языка или ради того менталитета, который они там впитали еще в советский период, вы очень хорошо над этим задумайтесь, к чему вы на самом деле хотите присоединиться. Потому что вам ни к чему присоединяться не надо. Вы уже находитесь на территории Киевской Руси. Вы уже сами находитесь там, где вы есть. Вам ничего дополнительного для того, чтобы чувствовать себя хорошо, не надо. Все остальное — это просто пропаганда. И языковый вопрос, я думаю, что будет решаться со временем. И в цивилизованном обществе это все будет, как бы сказать, поднято. Не может быть дискриминация никакого языка. То есть у нас на территории Украины множество народов. Каждый может пользоваться своим языком. Сейчас у нас, как говорят, мова оккупанта, которая неприятна для звука. Да? Но тем не менее, я, например, хоть и украинка, но я родилась в русскоязычной среде. Я больше говорю на русском языке. Но от этого я не перестаю чувствовать себя украинкой. И не перестаю от этого любить свою страну и абсолютно не желаю присоединения к каким-то российским границам или еще чего-то такого. Я думаю, что таких людей на самом деле большинство. Вот. Поэтому я думаю, что в нашей стране эти все вопросы будут решаться, чтобы всем было комфортно, все себя чувствовали на своей земле абсолютной безопасности, и никто никого не ущемлял. А то, что наоборот, на территории Донецкой и Луганской областей практически была уничтожена память о первоначальной Киевской Руси, была уничтожена память об украинской культуре, которая на самом деле и процветала там, то это совершенно другой момент, почему на него не обращают внимания те поборники русского мира. То есть, в общем, на самом деле все вывернуто, шиворот на выворот, людям, как обычно, все преподнесли вверх ногами. Поэтому я рекомендую людям задумываться, разбираться с этими вопросами. Сейчас в эпоху интернета всегда есть источники информации. Вы можете сами эти вопросы поизучать, кто откуда произошел и так далее. Поэтому нам нужно восстановить границы нашего государства, нам нужно построить страну, в которой всем будет комфортно, в которой все будут счастливы, восстановить ее после этого ужасного очередного нашествия. Вот. И я думаю, что это все исполнится. Нам нужно только силы, терпение и, конечно же, время для этого. Мария, дуже-дуже вдячна. Я сподіваюся, що глядачі... Я знаю, що зараз буде дуже багато хейту стосовно мовного питання. І я розумію тих українців, які ніколи не хочуть чути мову окупанта. Я їх розумію.
Я розумію, що мова стала нашою зброєю, але не треба вбивати тих, кого не треба вбивати, тих, хто дійсно переживає, хто любить Україну. Я сподіваюся, що мовне питання вирішиться таким чином, що кожен українець буде щасливий в Україні. Кожен, абсолютно. Я люблю українську мову. Марія спілкується російською, але це не заважає нам спілкуватися в житті. І донатити ЗСУ, передавати допомогу на фронт, на Миколаїв. Так, Марія? Так. Тому робіть класні справи і об'єднуйтеся. Об'єднуйтеся, українці, між собою, не розділяйте себе на хорошого чи поганого, на правих чи лівих, тих, хто поїхав з України, чи тих, хто лишився в Україні. Ми, українці, в тому то й наша сила, що де б ми не були, ми один до одного завжди тулимося. Тож, притуляйтеся один до одного, любіть один одного, і нехай усю цю агресію, усю цю пропаганду, всю цю брехню огидну і гидотну з підміною понять, з підміною історії, хай переможе наша українська любов. Не варто ненавидіти люто ворогів. Вони самі себе ненавидять і класно справляються з цим завданням. Варто любити нас, українців, і цінувати нас, українців. З цим ми можемо впоратися.